Торговый комплекс «Баллринг» привлекает к себе внимание многочисленных посетителей не только тем, что это самый крупный шопинг-центр в Бирмингеме. Жители, особенно гости этого второго по величине города Англии, приходят сюда уже просто для того, чтобы полюбоваться этим чудом инженерной и архитектурной мысли, с достоинством продолжающим торговые традиции, которыми всегда славился этот старинный город. Территория, где сегодня возвышается Баллринг, издавна, еще с XII века, была центральным рынком города. С течением времени представление о том, как должно выглядеть историческое сердце города, сильно изменилось. Кроме того, большие разрушения Бирмингему принесли бомбардировки в ходе Второй мировой войны, когда старинные дома и улицы сильно пострадали. В 1960-е годы на месте старого рынка вырос один из самых больших в то время торговых центров за пределами Северной Америки, который, однако, к 1980-м годам перестал отвечать растущим запросам Бирмингема как центра бизнеса и культуры. Проект перестройки комплекса стал неотъемлемой частью реконструкции всего прилегающего района. Прежний торговый центр был разрушен, и на его месте вырос новый, совершенно необыкновенный по дизайну, который распахнул свои двери для посетителей 4 сентября 2003 года. Новый Баллринг, что в переводе значит «арена», раскинулся на площади в 110 тысячах кв. м, и совместил в себе сразу несколько архитектурных стилей, от классики до авангарда. Самым необычным образом здесь было использовано стекло, стеклянный потолок, площадь которого более 7 тысяч кв. М, словно парит в воздухе, не имея видимых посетителям опор. Треугольное здание торгового центра отделано 15 000 солнечных алюминиевых дисков, что, по замыслу дизайнеров, должно напоминать расшитое блестками платье. Многоэтажная автостоянка соединяется с торговым центром через изогнутый пешеходный мост. Сегодня центр Баллринг является частью одного из четырех самых успешных в Европе торговых комплексов, в который также входит крытый продовольственный рынок и торговый центр Morton Old Place. Здесь разместились бренды самых известных мировых марок. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.